потому что мое знание всегда с желанием получать, и я не могу в своем желании получать убедить себя к духовному продвижению, развитию. Но только если я поднимаю себя и понимаю, что нет выбора, что группа будет меня заставлять, то, что касается учебы, подготовки, когда я слушаю с помощью усилия, и свет несет мне вот эту тему отдачи. И тогда я могу заставить себя подчинить, связать себя, свое эго, свои материальные устремления и начать работать вопреки им. И тогда мне надо дать себе отчет, почему я так делаю. И это не поможет мне, если я буду только говорить. Но я должен развивать желание, которое привлечет свет. Поэтому здесь я нахожусь в зависимости от окружения, которое может дать мне дополнительный хиссарон. И насколько я способен пригнуться, уменьшить себя по отношению к окружению, играть действительно маленького, слушать их, сократить себя, подчинить, то в соответствии с этим смогу получить от них ценности более высокие. А для того, чтобы их реализовать, мне понадобится свет, возвращающий к источнику, и так уже я смогу продвигаться. И все эти действия, когда я работаю против своего желания естественного, они и называются действиями выше знания. Пока. Потом есть высшее знание, то, что касается уже духовных аспектов. Но пока наша работа в группе такая, и вот так мы должны работать.